Российские эксперты отмечают, что настоящий визит узбекского лидера выведет стратегическое партнерство между двумя странами на качественно новый уровень и укрепит основу взаимоотношений, устремленных в будущее. А расширение диапазона сотрудничества свидетельствует и тот факт, что во время визита особое внимание лидер уделит стратегическому сотрудничеству. Вот мы видим, как идет процесс фотографирования. Tarixiy mazkur voqealarni fotoga muhrlab olish jarayonlari. Памятное фото, да. Bu umuman olganda juda ham bir chiroyli an'ana, prezidentni yosh avlod vakillari bilan birgalikda ular davrasida bo'lishi o'xshash amirlar tan olmaytish kerak. Bu albatta tarixiy voqea deb qaralayotgani ham mana shu jarayonlardan yaqqol namoyon bo'lmoqda. Eng muhimi mehmonlar va mezbonlarning yuzidagi kayfiyat qanchalik samimiy bir davra hosil bo'lganini so'zlab turibdi. Действительно, начатый с таким позитивным настроем данный визит, мне кажется, укрепит как межгосударственные, так и межрегиональные отношения. Итоги этого визита будут, несомненно, способствовать дальнейшему развитию многовекторных отношений между нашими дружественными государствами, углублению долгосрочного инвестиционного партнерства и еще более тесных культурных связей. Azaldan bolajon xalq bo'lgan deb e'tirof etiladi. Muzuffarda Nodir ham sharhlash jarayonida faxriy farovonlikdagi o'sha milliy liboslar haqida gapirgandik. Mana ular